Более 600 тысяч учеников выпускных классов российских школ сегодня пишут итоговое сочинение, сообщила пресс-служба Рособорнадзора. Среди них 620 тысяч выпускников текущего года и более 3500 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Ранее сообщалось, что темами сочинений для 11-х классников в этом году станут разум и чувства, честь и бесчестие, победы и поражения, опыты, ошибки, дружба и вражда. В ведомстве также напомнили, что повторно написать сочинение 1 февраля и 3 мая 2017 года смогут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат не зачет, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам. По данным Рособорнадзора, все участники, которые пишут сочинение сегодня, смогут узнать свои результаты не позднее 21 декабря.